Вечер памяти мастера слова в стенах областной центральной универсальной научной библиотеки имени Жубана Молдогалиева прошло мероприятие, которое посвятили почетному журналисту страны Базаргали Куатову. Известному писателю в этом году могло бы исполниться 85 лет. Базаргали Куатов родился в 1939 году в селе Сайкудак. Творческий подход к написанию и мастерство владения словом сделали его довольно известным в широких читательских кругах. Почетный гражданин Акжаикского района оставил богатое наследие, часть из которого была представлена на мероприятии. Собравшиеся делились воспоминаниями о нем как о личности и профессионале. Он оставил серьезный след в региональной журналистике, ведь помимо газеты урал Онора Базаргали Куатов трудился и на телевидении. Базаргали Базар славился своей оперативностью, умением быстро находить и грамотно освещать актуальные темы. Он умел быстро находить нужные данные и столь же быстро доводил материалы до готовности. Особенно помню его цикл передач о комсомольских молодежных сельхозбригадах. У Базаргали Саниевича большая, насыщенная разными историческими событиями жизнь. Судьба не раз его близко сводила с людьми, ныне составляющими гордость независимого Казахстана. Еще при жизни у его таланта было много почитателей. А теперь путь мастера пера в журналистике продолжает молодежь. У нас даже тема одной из дипломных работ посвящена творчеству Базаргали Куатова. В ней подробно раскрывают его как настоящего профессионала. Он действительно журналист с большой буквы. На мероприятии памяти также были родственники Базаргали Куатова, коллеги по творческому цеху и другие неравнодушные к его творчеству. Айгуль Лагашкин, Алексей Кочемасов, Асланбек Саламатов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.